Ну и куда? Не знаю, может, в Италию? Горячая средиземноморская кровь. В Джиме она тоже есть. Ну да. Накануне отпуска Крис начинает ныть. Разве? Мы так редко куда-то ездим. В смысле ныть? Ты о чем? Говоришь какую-то чушь. Крис. Она не об этом. Чертовски верно. Я хоть раз ныл, хоть раз. А про время с тобой и девочками? Я не это имела в виду. Никогда. Нам стоит обратить внимание на наши отношения. Ты о чем? Я иду спать. Вперед! В их семье происходит куда больше, чем видится со стороны. Наверное. Lay your cards down on the table. Дай руку. Ты чувствуешь, как быстро бьется? We'll be honest from the start. Теперь ты. We should stay right where we are. Боже. Знаю. In this room. Жутко страшно. Мне тоже. Но мы уже переступили черту. Но на этот раз осознанно. Перегнул палку. В смысле? Знаешь, это вечная убежденность, что я не получаю, чего заслуживаю, и меня не ценят. Привет. Привет. Скажи пароль. Зачем тебе? Убедиться, что мои подозрения о тебе напрасны. Я в порядке. Как ты? А серьезно? Держусь. Задумываюсь, была ли это настоящая любовь? Иногда можно просто разлюбить человека и даже не заметить этого. Сезон измен. Боже, как хорошо. Thank you.